Озеро это долго чистили, но оно тут не одно, это озеро. Тут вообще система озер, но это озеро самое большое. Но вот тут построили такие дома, достаточно симпатичные. Это и есть строящаяся калининградская мечеть. Сейчас попробуем объектив поднять выше забора, если это получится, и что-нибудь посмотрим. Ну вот, собственно говоря, так вот. Вот такая аллейка здесь. Там вот находится администрация парка.